остаться в стороне. И на встрече с участниками движения «Россия – страна возможностей» в Кремле Путин говорит именно о неравнодушии тех, кто решил стать волонтерами. Это та самая инициатива гражданского общества, которую поддержала власть 4 года назад. То есть созданная тогда работает сейчас. За 2 месяца мы смогли запустить масштабную работу. Мы открыли 895 пунктов сбора гуманитарной помощи, собрали 3000 тонн гуманитарки, которые передаем сейчас всем нуждающимся. Большое спасибо всем, кто помогает нам делать добрые дела. Мы, как движение, мы вместе, как никто, чувствуем поддержку представителей бизнеса, партнеров и простых граждан. Спасибо, что мы вместе. Мы вам должны сказать спасибо, что вы являетесь инициатором такого движения. Вы знаете, мы часто говорим про нашу страну, про Россию, говорим, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Спасибо. Точно. Я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова. Волонтерское движение не так уж и давно начало у нас развиваться, но приобрело просто огромный масштаб. Волонтеры действуют по зову сердца и искренне, бескорыстно. Но мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать. Спасибо. И вот тут уже нужно увидеть другую реальность. В